Друзья, приветствую на канале SkillPro. Продолжаем сборку AC130H Spectre. Значит, сегодня будем работать с конверсией. Так как набор звезды, фюзеляж мы будем использовать от набора от звезды. Значит, и у нас идет конверсионный смоляной набор. Для этого нам необходимо поработать с фюзеляжем, с пластиком, вырезать все необходимое и все аккуратно вставить на свои места. Если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и полезные видео. Приступим. Необходимо сначала все разметить, чтобы аккуратно все вырезать. Левый борт размечен. Теперь необходимо будет разметить правый борт. Приступим. Левый борт разметил. Теперь с помощью гибкой липкой ленты Аврора инструмент куда-то в сторону. Вырезал отверстие под оборудование, под Бофорс, под вулканы. Значит, здесь в районе, где стоят вулканы, нужно будет зашпаклевать два этих отверстия. Поставлю иллюминаторы, запаклю их. Дальше зашпаклевать сам люк, восстановить расшивку. Значит, далее необходимо будет накладку эту обрезать, так как у нас смола, это у нас конверсия, мне необходимо будет ее подрезать, и тогда все станет очень аккуратно. Значит, остается еще один вопрос. Значит, ниши. Ниши смоляные, ну, соответственно, все для италовского набора. Вот. Но они получаются уже. Они получаются уже. Но за счет того, что у нас накладка закрывает здесь, больше перекрывает расстояние, можно будет чуть-чуть сдвинуть в эту сторону, и тем самым оно закроет с этой стороны щель. Приступим. Отрезал накладку, ставил вставку под Бофорс. Все отлично село. Теперь нужно будет вырезать пластиковые ниши и вставить смоляные. Приступим. Так, левая ниша на месте, вырезал, поставил, вот так вот.
Вот разница между родной звезды и смоляная. Ну и как говорил, что нужно будет сделать аккуратные вставки с этой стороны, с этой стороны. И ни щелей, ничего не будет. Ниши встали на место. Но, как говорил, необходимо вставки сделать из пластика. Приступим. Вставки в нише установлены. Теперь можно заняться травлением внутрянки. Значит, перед работой с фототравлением советую всегда обрабатывать наждачной бумагой, чтобы снимать верхний слой, чтобы клей хорошо ложился и поверхности прилипали. Потому что если наждачкой не проходить, то будет потом отправление отскакивать при малейшем прикосновении с одной и с другой стороны. Если это цветное, то только с одной, с той стороны, которая клеится. C130H внутри идет небольшой отсек. Его в наборе звезды нет. Возьмем его из италовского набора. Продолжаю работу над интерьером. Так как у нас был куплен набор травления эдуардовского для италовского набора, вот, принял решение взять часть деталей пластика из италовского набора, часть из звезды. Ну, потому что кое-какие моменты достаточно интересно будут проработаны в металле. Поэтому необходимо совместить. Также не забывайте при работе с фототравлением обрабатывать с двух сторон наждачной бумагой, в том числе и цветной, только с обратной стороны. Стали уклеиваться в грузовой отсек частично. Ну, что-то уже потихоньку вырисовывается. Надо будет прошпаклевать, обработать этот люк. Прошпаклевать и обработать этот люк. Ну, вот вставки. Продолжим работу с интерьером, с фототравлением. Кресло возьму от звезды. Они сделаны поаккуратнее. На них поставлю фототравление. Немножко надо будет обрезать. Приступим.
Продолжаем работу над интерьером. Необходимо поставить вот эти направляющие с помощью листового пластика. Не помню, сколько здесь, 0,3 или 0,4 миллиметра. Вот сюда их надо поставить. Приступим. Уже готовы, но только сейчас у меня появился набор смолы дополнительный. Нужно будет аккуратно вырезать элероны, рули высоты. И руль направления. Приступим. Так, так как у нас версия C130, элероны идут для C130 и AC130. Необходимо оставить кусочек крыла в этом месте и элерон обрезать. В этот момент главное не упустить. То есть он должен быть вот так. И вот здесь вот нужно обрезать. Правый элерон на месте. По такому же принципу необходимо сделать и левый элерон. Так, поставил элероны. Надо будет поставить потом еще стекатели. Рули высоты поставил. И поставил руль направления. Ну, потом уже по месту надо будет подкорректировать, когда уже фюзеляж половины будут соединены. Установку двигателей, два левых, как говорил ранее, будут открыты. Из этих четырех два правых будут закрыты. Приступим. Так, левые двигатели открытые я поставил. Останется капоты скорректировать. Теперь необходимо поставить выхлопные патрубки. Необходимо выстрелить вот эти вот отверстия.
Установил патрубки, 4 штуки на каждый двигатель. Потом сверху еще будут вот такие кожухи. А тоже потом после покраски их необходимо будет установить. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много интересного.